Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. А меня обокрали. Александр Сергеевич, куда стенка девалась? В чем дело? Что случилось? Видел чудеса техники. Но такого... Положь трубку. Чего положь? Трубку. Не положу. Ложи трубку. А почему это? Ложи трубку, я тебе говорю. Положи трубку! Задавлю шляпа! Царские шмотки! Одевайся! Царем будешь! Ни за что! Одевайся, убью! Сдвинь брови. Der großer König, das schwedischen Königsreich, sende mich. Привет. Erkennst du das? Такие вопросы, дорогой посол, с кондачками решаются. Что надо посоветоваться с товарищами? Зайдите, маменька. Да, кстати, вам от меня лично маленький совет. О, держи. Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао. Царь трапезничает, желает. Воображаю, какая сейчас драка на Изюмском шляхе идет. Да я там, ладно. Федь, ты что там? Ой, вот это... Жмешься около почек. Иди сюда, не стесняйся. Держим. Давай с тобой на брудершафт выпьем. Слушай, старик, у вас в ювелирном магазине драгоценности принимают? М? Сделаем
вздрогнули. Зариться к тебе, великий государь, видеть желай. Зря снял. Дорогая царица, очень рад. Очень рад, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно. Ты чего, отец, ползаешь? А, посол рыцарский орден с груди потерял. О, нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Да чего ты, Федор, на меня таращишься? Уж не думаешь ли ты, что я взял? Демоны! Демоны! Дорогой самодержец, мы пропали. Живьем! Пропали! Почему? Еще одного задержали, товарищ лейтенант. Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю. Ой-о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 й. Угу. Черт побери, у нас в руках был сам Милославский. Жорж Милославский? Ну да, задержать его быстро. А, сейчас. Держите Милославского! Держите его! Thank you.
Thank you.